друзья, приветствую всех на канале «Есть поесть». Признаться, я не люблю подавать на праздничный стол, где и так много блюд, очень сытные салаты. Ну, например, с обилием мяса, картофеля, риса. Поэтому сегодня я предлагаю вам два рецепта легких салатиков. Оба они с крабовыми палочками, вместо которых вы можете взять любые морепродукты. Готовятся просто и подаются по-новогоднему необычно. Список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Итак, рецепт салата «Новогодний венок». Для начала делаю заправку. Беру любую горчицу с зернами. Прямо сюда же выжимаю лимон, примерно пару столовых ложек, тертый на мелкой терке или пропущенный через пресс чеснок, соль с расчетом на весь салат, сахар и растительное масло, я беру оливковое. Размешиваю. В миску кладу подготовленный салатный микс, подойдет любой. Тонкими кольцами режу один небольшой болгарский перец. Потом нужно будет убрать все светлые утолщения. Одну небольшую грушу или половину крупной чищу, убираю все ненужное и режу довольно-таки крупными кубиками. Крабовые палочки или имитированное крабовое мясо режу также достаточно крупно. Ананасы кусочками я предварительно откинула на сито. Они у меня не очень крупные, поэтому я их не режу. Заправлять и перемешивать такой салат нужно непосредственно перед подачей, для которой в середину большого блюда нужно поставить миску вверх ногами и вокруг нее по кругу выложить салат. Я стараюсь так, чтобы колечки перца оказались наверху, и украшаю замороженными ягодами клюквы, можно взять зерна граната. Также не лишним будет украсить веточками укропа. Аккуратно при помощи вилки убираю мисочку, поправляю салат там, где нужно, и все, он готов, можно подавать. Вкусный и нарядный, он обязательно украсит ваш стол. Следующий салат также не менее вкусный и яркий. У одного среднего помидора отрезаю все ненужное, режу небольшими кубиками. Вместо него можно взять помидоры черри, которые нужно будет порезать тонкими дольками. Выложу на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Один маленький огурчик или половину крупного порежу мелкими кубиками. Затем огурец отправлю вместе с помидором на сито. Сыр тру на мелкой терке, а вареные яйца на крупной. Крабовые палочки или имитированное крабовое мясо также порежу мелко. Складываю все подготовленные продукты в одну миску. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк. Посолю и добавляю домашний майонез без яиц, в который я уже положила измельченный чеснок. Размешиваю. Этот салатик можно подавать как угодно, по желанию. Я обычно подаю его, выложив по одной столовой ложке на кусочки салатных листьев. В данном случае у меня айсберг, но подойдет любой. Можно также взять пекинскую капусту. Украшайте по желанию, используя, например, веточки укропа или яркие красные ягоды. Друзья, напишите в комментариях, относитесь ли вы к тем людям, которые не представляют новогодний стол без оливье, или вы все-таки не прочь поэкспериментировать? Смотрите на канале не менее интересные рецепты ярких и нарядных салатов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.